Сейчас мы вам покажем, это же как он называется. Ну, сюда. Как он, подвесной мост, да, или как? Какой-то, да. Короче, мы не знаем, как он называется, но я не знаю. Я там слышал у некоторых в этих в роликах. Но я забыл, честно говоря. Ну, вот он. Вот сам. В тумане. Не прикинь, он даже не видно конца. И мы тоже обнулили. Ну, давай. Все, мы уже тоже обнулили. Обнулили, да. По стопам Саныча. Да. У нас маршрут пролегает в Уссурийск. Сейчас мы масло только померим у двигателя. Потом в Уссурийск, там масло поменяем. И попрем до Хабары. А там видно будет. Во Владивостоке машин нет. Ну, в смысле, есть, но дорого. Не по нашему бюджету. Даже бушки. Ну, хотя их вообще нету, кстати, мало очень. Все выгребли наши братья. Ну, красиво. Да, это низководный мост, или как он назывался. Значит, Владивосток 15. У него только замена двери и все. Не, ну я имею в виду там до костей ничего не достало. Дверка. Как не дверка добавила? А вон там это, как там, по-старому, да, там уже? Да. Так, что у нас там откроется, похоже, да? Пробег ее по аукционику. А?
вот очередной дрын пробеговый. И Феникс рулит. Ух ты, зазорчики. Ну тут зазор что-то прям конский. Так. Да ты что, без Феникса видно здесь печаль. Для успокоения надо посмотреть. 13-й год, 950 тысяч. Крыша родная. Может, надо кому? Сегодня 23 августа. Крыша родная. Там иди заднее правое крыло, посмотри. Так. Не, заднее правое, заднее левое. Переднее левое, шпакля. Вот тут шпакля видно, да? 500. Капот норм. Ну, капот матовый, как будто. Дверь родная. Как тебе еще? И зазор между крылом и дверью. О, заднее правое крыло 700. Тут все в шпакле. Это не наш вариант. Да, вон там по зазору уже не наш. И походу по жопе приехал нормально, потому что зазора нет. Ну это походу просто поменяли. Все. Толщина мер с ума начинает сходить. 2 900. Ну да, тут вон вся арка полезла. Нет, это не наш. Ну он должен стоить, я не знаю, рублей. Даже не знаю сколько. А тут вообще нет. Феникс не видит металла. Да. Ну, как раз. Не крашено. Вообще, особенно задние крылья. Да, я говорю, смысл вообще красить машину? Он там покупает и сразу видно, что надо красить. Сейчас столько всяких приборов. Да, да, да. Да, сейчас ты мышцы тоже есть. Да. Не наш вариант. Ладно, что поедем далее. 13. Нет, за 13 год цена сказка, конечно, но... Весь крашеный, кроме крыши, капота и крышки багажника. И то, походу, крышка багажника минимум. Все. Еще что мы смотрели? Еще мы смотрели... А, еще в хабаровский вариант. Еще мы смотрели Туарег. Туарег смотрели. Еще мы что-то смотрели во Владике, уже забыл. А, Сирену мы еще смотрели. Сирена тоже, да, даже включили. Туарег еще. Короче, у нас с Серегой тут вечерний движ, Миш Париж. Мы приехали на Суворова 55, но ничего не видно здесь. Завтра утром все покажу. Серега говорит, там полный двор перекупов, ну это как обычно. Подожди. Так, это у нас. Сами поняли, что. Это у нас Суворова 55. Машина есть. Машин хватает. Бизнес прет. Утро не задалось. У нас. Вот они наши. Сейчас покажу. Вот Тарас автомобиль. Стоит наш. Не мой, а вот мой. Вчера нашли такую капсулку чуть-чуть времени. Но не об этом речь. Сейчас масло надо посмотреть.
водичка. Так, а мы нашли музейчик. Ну как музейчик, есть нюанс. Это Honda Fit 14 года. Завтра все расскажу, покажу. Все, мы пошли. Света у меня нету профессионального, поэтому снимать не будем больше. В общем, ребятушки, вчера обещал я вам тачки показать, но не покажу. Просто здесь опять предупреждение штурмовое в Уссурийске. Вот, но могу сейчас что, вот это сирена, понятно, да, это вот я купил фита на кнопке, первый запуск, пробег у него даже 136 тысяч. Так, сейчас музыку забанят меня, секунду. Ну, в общем, вот так выглядит он. По состоянию машины в следующем ролике покажу. Окей. Все, братцы. Машину нету в Владивостоке, так что никуда не торопитесь. Сидите дома, ищите дома тачки. Все, а мы погнали уже следующий ролик пилить. Ребята, всем привет!